Сравнительно молодая украинская группа «Люмьер» выступит в первом полуфинале национального отбора Евровидения под номером 2. За последние несколько лет группа принимала участие в главных музыкальных фестивалях страны, активно давала сольные концерты в городах Украины и выпустила 3 альбома. С лета 2016 года музыканты полностью пересмотрели свой стиль и начали работать в абсолютно новом для них направлении. Песня «Make It Real», которая была записана в рекордно короткие сроки, главное тому доказательство. По словам музыкантов, это жизнеутверждающий трек, который призывает твердо и решительно идти к своей цели, не забывая о главных ценностях жизни.